полковник кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича, Сергей Михайлович Лузин. Ребята, спасибо за красивый бой. Вот, увидел не в драку, а действительно техничный такой, прямо вот спортивный бой. Замечательный. Молодцы, спасибо. Я увидел вас обоих, настоящих бойцов, будущих десантников, будущих победителей в боях всяких уровней. Значит, поэтому возьму вас без экзамена. Они, но мои враги хотели смерти для меня, но я разбил их планы, ведь это моя игра. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Будем все ждать. Добрый день, уважаемые заволжане, жители Городецкого района, а также гости нашего города. Сегодня мы проводим открытое первенство Городецкого района по боксу среди юношей и юниоров, посвященного памяти капитана ФСБ Анатолия Крупинова. Сегодня в ринг выйдут 13 пар боксеров, представители команд города Городца, Нижнего Новгорода, Дзержинска, поселка Большое Казино, а также города Заволжья. Общее руководство подготовкой и проведением турнира организовано Общественной федерацией бокса Нижегородской области, промоторской компанией Андрея Гоголева, а также муниципальным бюджетным учреждением «Заволжский фонд». Организатор соревнований, чемпион мира и России по боксу, заслуженный мастер спорта Андрей Гоголев. Генеральный спонсор турнира, депутат законодательного собрания Нижегородской области Леонид Гойхман. Партнер турнира — строительная компания «Багард».
Соревнования организованы в целях привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культуры и спорта, популяризации бокса в Городецком районе и Нижегородской области. Итак, спортсмены приглашаются для принятия участия в параде. Командующим парадом вести парад.